Ожидается яркий короткочасовый дождь, слабый туман. Температура по ветру на протягу суток +3, +5 градусов. Атмосферный тиск ночью кислотно не изменится, в день почти не расти. И на проконце в надворье на Беларуси у наступные два дня. 22. Пошли со мной. Я из тех, кто верит, что в определенных условиях человек может измениться. Например, ты проявил умение руководить и желание защитить человека, которого едва знал. Пожалуй, сегодня не стоит. В такой печальный день. Пора, наконец, признать, что вся история человечества... ...на поисках. Потому что, как я говорю, подозреваемый все время заметал следы, называл другую территорию. И с использованием и технических средств, а также оперативно-розыскных мероприятий, сыщикам удалось сузить рамки поиска, определить уже конкретный район поиска. И вот буквально... Часа жду, потому что людей заливает. Ну, Наталья, Андрей Павлович, иди в ворота. Спасайте. Послушайте, если я туда пойду, ну, что мне? Кто же вам поможет? Я буду шутить, сами знаете. Новый год вкуснее, Слейс! Экспрессивный и эпатажный артист. Может, тактику поменяем? Какой-то другой психотип. Ага. Ну-ка, слезай оттуда, воскотина! Михаил, выбирайте категорию. А я выбираю категорию Нагиев за 600. Хорошо. В каком году Нагиев был за 600? Не было такого года. Абсолютно верно. Сейчас, смотрим видео. В нашей деревне ко мне никто не подходит. Говорит, мы боимся. Раз с одним даже познакомилась здесь из Тюмени. А потом он мне звонит и говорит, Надежда, мне про тебя ответственность каждого человека за свою безопасную и жизнь, за счастливую жизнь, за возможность любить и за то, чтобы детям точно рассказывать, какими должны быть папа и мама. Хотя есть над чем подумать. Давайте еще раз обратимся к нашему монитору и прочитаем. Рубай.